История мира Warcraft. Глава 25. Дораскольная Пандария. Империя богомолов. Богомолы – сильные и грозные существа. Они намного лучше приспособлены к выживанию, чем другие мягкотелые расы. Их покрывает твердый панцирь, некоторые из них умеют летать, а их организм хорошо адаптируется к любым, даже самым суровым условиям. К тому же, у них есть две бритвенно-острые конечности, которые они также используют в бою. Империя этих существ, что расположена на территории современных жутких пустошей, является таинственным местом. И неудивительно, что местные расы считали ее дикой и беспорядочной. На самом же деле, эти насекомые развились намного сильнее, чем это могло показаться на первый взгляд. В отличие от первобытных акиров, богомолы куда более организованы. Центром их империи является огромная особь – императрица, которая производит потомство. Никто, кроме нее, на это не способен. Именно потому императрица оберегается, как никто другой в империи. Именно она – сила, внушающая страх всем расам. А ее дети идут на смерть по первой же прихоти своей матери. Императрицы живут долго, но и они не вечны. Когда время правящей императрицы приходит, она передает власть своей наследнице. Детали этой передачи точно неизвестны, однако она включает в себя испытания в бою. Новая императрица в конце концов пожирает остатки своей предшественницы, тем самым окончательно занимая ее место. Контроль за передачей власти ведет особый совет старейшин – Клакси. Они же являются ответственными за непрерывность этого процесса на протяжении всей истории цивилизации богомолов. Основная цель императрицы – естественно правление. Она постоянно пополняет ряды своих слуг своими же детьми. Есть место, где отложенные яйца созревают, и из них появляются молодые особи – роерожденные. Это место – имперские кладки. Едва родившись, молодые богомолы не обладают каким-либо сознанием. Их ведут лишь два инстинкта – есть и убивать. Там же, в имперских кладках, они нападают на своих сородичей, пожирая слабых и оставляя в живых сильных. Тем самым происходит первая стадия естественного отбора. Вторая стадия – время роя. Все выжившие особи начинают слышать песнь императрицы, особое воздействие, которое полностью лишает их собственной воли. И с этого момента роерожденные убивают лишь врагов. Самой большой ценностью для них становится непосредственно сама императрица. С того момента, когда пал древний бог Ишарадж, опустошительные орды богомолов поменяли свое поведение. Их атаки стали носить периодический характер, однако накопленные силы во время затишья наносят огромный ущерб местным расам. Данный период у богомолов называется циклом. Он настолько предсказуем, что защитники стали готовиться к нему заранее, планируя оборону соответственно. Каждые 100 лет новорожденные богомолы в огромных количествах вылупляются из яиц. В этом возрасте они вырабатывают опасный яд, который теряет свою силу во время взросления, заменяясь физической мощью. Когда настает время, смертоносный рой неизбежно мигрирует на восток, пожирая все на своем пути. Там они тысячами гибнут от рук защитников. Но почему это происходит? Нападение богомолов на восточные земли – это настоящий ужас, как для защитников, так и для нападающих. Только умнейшие, сильнейшие и хитрейшие богомолы способны выжить в этой бойне. В то же время потери со стороны защитников просто не поддаются счету. Бой во время цикла провоцирует взросление. Уцелевшие, они возвращаются под сень великих деревьев с боевыми трофеями. Созревая, богомолы обретали сознание и способность сражаться без направляющей песни. Но воля должна быть очень сильной. Слабые, в случае надобности, даже не замечая того, могли попасть под влияние шепота императрицы, теряя при этом свободу. Возвращаясь домой, лучшие занимают в обществе богомолов положение согласно своим подвигам. Если вдруг судьба занесла вас в земли Империи,
Помните, любой из встреченных там богомолов – закаленный в боях солдат, которого следует опасаться и уважать. В отличие от роя, для Клакси самым ценным является цикл. Члены Клакси, Клаксива, из святилища под названием Клаксивес, наблюдают за всем, что происходит в их землях. Они – хранители культуры и наследия богомолов. Верховный Совет, что следит также и за тем, чтобы даже императрица не ставила под угрозу их империю. Бывало, императрица отказывалась отдавать власть преемнице, и тогда Клакси проводили ритуал очищения, убивая при этом ее саму и ее адъютантов, что были целиком ей подконтрольны. В мирные времена императрица и совет Клакси бережно хранят великие деревья Кипари, единственный источник драгоценного янтаря. Предание гласит, что некогда кипари можно было встретить по всему югу древнего материка, но могу вырезали их под корень, стремясь избавиться от всего, что связано с богомолами, их извечными врагами, при этом не оставляя им средств для существования. Живущие около деревьев духи также заботятся и оберегают их. Возможно, именно потому богомолы терпят этих духов на своих землях. Янтарь, затвердевший сок кипари, основа сообщества богомолов. На нем основывается их архитектура, искусство и технологии. Оружие и доспехи богомолов сделаны из специально обработанного янтаря. Питаться же им позволено лишь самым сильным. Совету, императрице и ее приближенным. Остальным же позволено только пить сок. Богомолы называли первый янтарь кипаритом, кровью земли, он же сок первых кипари. В то же время собирать янтарь с молодых деревьев кипари является преступлением. Каждый виток цикла, когда оставшиеся в живых возвращались обратно, лучшие из них помещались в янтарь. Эти воины становились орудием Клакси, идеалами. Идеалы несут ответ только перед Советом и беспрекословно исполняют его волю. Корвен Первейший был тем, кто придумал погружать идеалов в янтарь, он же и стал первым идеалом. Вся эта технология преследовала множество целей. Во-первых, помещенные в янтарь идеалы практически обретали бессмертие. Во-вторых, они становились недосягаемы для шепота императрицы, которая в случае безумия могла их использовать в своих целях. И в-третьих, сила идеалов накапливалась с каждым новым закованным в янтарь богомолом. Ведь на самом деле, вся суть цикла базировалась на вере в возвращении Ишараджа, которому понадобится могущественная армия, закаленная тысячами сражений. Честь заключения идеала в янтарь доставалась кователям, что обрекались на смерть после создания этого янтарного кокона. Никто не должен знать, куда прячут идеалов. Лишь Клакси знают, лишь их шепот способен пробудить великих воинов Империи. Идеалы всегда повторяли: «Битва – отличный наставник, только в ней мы растем и узнаем слабости как врага, так и себя самих». Некоторые из идеалов могли контролировать разум своих врагов, это искусство называлось звуковой манипуляцией. Возможно, это было наследием древних богов, которым они служили. Ведь, подобно своим владыкам, этой же технологией они могли заставлять порабощенных существ делать грязную работу, к примеру, по добыче ископаемого янтаря. Самим же мастерством управления звуком богомолы славились издревле. Они нашли способ расширить диапазон слышимости с помощью янтарной смолы, таким образом переговариваясь на огромных расстояниях. Ни одна армия не могла подойти к землям богомолов незамеченной, и даже одинокие путники, осмелившиеся пройти по их владениям, находились под пристальным взором. По всей империи были разбросаны специальные устройства, что усиливали глаз императрицы – сонары. Через них же между собой общались высокопоставленные богомолы. Что же касается генетических преобразований, подобных тем, что создали из акиров киражей, то богомолы никогда от них не отворачивались. Применимые к взрослым особям, они считались нормой. К тому же, они частенько экспериментировали со своими смертоносными питомцами, огромными жуками-кунчунами. Некоторые богомолы даже постепенно смешивали свою кровь с ядами, дабы стать еще сильнее, к
тому же получив иммунитет от подобного оружия врагов. Хоть каждый виток цикла сопровождался чудовищными потерями среди Могу, в один момент их империя взлетела до невиданных вершин. Троном завладел тиран, имя которого и ныне вспоминают со страхом. Именно о нем и будет следующий выпуск. Видео создано командой X-Delayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.